Здравствуйте, мои дорогие зрители. Здравствуйте, Юра. По поеданию жгучих перцев. Блин, я бы умерла на первом укусе. Первый раунд на самом деле легкий. Да, вон молодому человеку аж смешно. Дескать, он съел красный перчик. Ха-ха, посмотрим, как ему будет весело в следующем раунде, где острота будет в 4 раза выше. А, видишь, молоко всех... Стоп. Селфи. Подожди, молоко понятно, типа, чтобы острое запить. А зачем туалетная бумага? Это типа сразу будет нище рвать? Вытереться, ну, рот вытереть, слюнки будут течь. А что не салфетки, что именно туалетка? Ну, больше, чем салфеток. Ну, просто обычно туалетка, я думала, там уже будет нище нести. Пока это еще возможно, без соплей, слюней и слез. Второй раунд будет. Эта женщина уже не могёт. Зелёненький. До 8000 единиц по шкале стоила. Официальный термин. Жгучий. Вот, видишь, халапенье, ну. Именно такой был у Гуччи. Здесь уже участники сосредоточились на своих ощущениях. Где морды такие ровные такие. Да, да. Сидит, типа смотрит, не происходит. Уже, наверное, считает ангелов. Но да. Вроде бы все справляются со вторым раундом с перцем халапеньо. Он плотно тренированный. Второй как будто был даже проще, чем первый. Сковила. А сейчас будет что перец Сирано. До 20 000. Ого. Перец Сирано. Понятно. А, вот. Сковила единицы, вот они будут какие, 20 000. Они сейчас едят какой? Они сейчас едят обжигающие, вот, седьмая позиция, седьмой? Группа. Седьмой уже? 20 000, да. Как седьмой? Сразу начали с мощного, ну, сразу с такого, с мощного уровня начали. Сейчас обжигающий, уже седьмая, да, степень, да, из видишь? 10, обжигающая. Под каждым участником стоит ведро, и каждому выдан целый рулон туалетной бумаги. А ведро это чтобы сразу туда... Что же для нас заготовлено там, в четвертом раунде? Что ж, даже запах уже у человека в кепке. Желтый. Судороги лица. А знаешь что? А вот нечестно, потому что... Почему? Размеры перцев у всех разные. Ну не везде же все одинаковые будут. Но они старались подбирать примесь. Ты перец Ахилемон. И это уже восьмая стадия из 10. Термин полезный. Ух, слезы вытирает, смотри. Реакции участников неоднозначные. Девушка давай, в центре давай. Явно испытывает боль, как физическую, так и душевную, метафизическую. Ого. Машет на себя немного руками. Дескать, все справляется. Понятно. Махнула на себя рукой. Слава богу, дали целый рулон. Вон он молится. После этого перца у клетчатого пошли выделения. Из глаз! Плачет! Тяжело! Во-во! Следующего раунда все, все? Уходит, да, только ну нафиг! Слабак! Ну и зря, сейчас слабак. Пойдет самое жгучее! Вообще хиляк! Девятая стадия из 10! Нет! Называется вулканная! И она пропущена сразу, десятая стадия! Перец называется горячий шоколад! Сразу жесткая такая. Эксплосив! Взрывной! Все, женщина, так нафиг я пошла. Она отказывается участвовать! Остаются две девушки. Ищите свой рот. Из Индии Шахина и правее азиатка Жак, которая еле дотягивается до пола носками своих кроссовок. Бедненькая, реально такая маленькая. Слева Майк выходит из-за стола. Возможно, решает, что ему пора переместиться. Так они еще не всадили? Прикинув и оценив размеры ведра. По лицу индианки Шахины видно, что она прямо сейчас ощущает полный цикл смерти и перерождения сансары. Ну типа да. Начинается. Не, ну вообще они... Ты, подожди, покинул тот, кто типа съел его и такой, а, все, не буду сидеть или что? Или не, они не, должны наверное, еще просидеть какое-то сразу. Время? Я не знаю. Подожди, за две минуты они уже съели 10-ю стадию, а что дальше будет? А я не знаю, что там может быть жестче, они так долго так жестче сидят. Уже некуда. Ходу уже есть куда. Шестой раунд. Перец фатали, то есть смертельный. По жгучести это как 90 вот, смотри, перцев чили даже одновременно. Уже. И так совпало, что при словах 90 перцев одновременно. Во, еще больше получается. Жизнь расстегивает рубашку. Ага. Совпадение? Думаю, да. Азиатка Жак уже в прострации. Шахина начинает елозить по стулу. Ведущий же со свойственным ему мальчишеским задором человека, который носит такую вот квадратно-круглую шляпу, предлагает резко повысить ставки. Видишь, уходит. Тут же вскакивают Реми и Шак. Индус и азиатка уходят. Они съели, но ушли. Даже индус не выдержал. Радость на их лицах. Не, ну вообще азиатская же еда достаточно острая есть. Да. И индийская же тоже острая, да, 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 получается? Да, они вылетели. Да я бы там умерла с первого самого перца с укуса. Может быть, он специально перед тем, как тут участвовать, ампутировал себе вкусовые сосочки? Ну, типа, специально, знаешь, там, не знаю, или обжег их как-нибудь, чтобы не чувствовать просто, хотя так еще больнее будет. И понимают, что ушли вовремя, потому ой, что сейчас персиковый хабанеро. Чувствую, что пьяный может болеть человека. 200-250 тысяч единиц сковилов. Он очень плачет, смотри. Ну да, до миллиона еще. До миллиона еще не добрались. И доберется ли кто-нибудь сегодня, мы еще не знаем.
Но там даже шкалы такой нету уже. Уничтожаю хабанера. И Дэйв тоже не отстает, кстати. А Шахина смакует. Смакует боль. Не, она вылетит, я думаю. И ведущий. В но розовой рубашке. Эдак невзначай упоминает. И Пэт этот вылетит. Пэт что вылетит, сейчас левый. Наступает стадия боли. А. Что, дескать, вот на тоже этом уровне шкалы Сковилла в животе участников уже возникают болевые ощущения. Вот поэтому все, ведро. Все, что до живота, просто жжет. Ну, дескать, жжет и жжет, что такого. Ведь не капает же, но сейчас опасно, в животе на самом деле, уже начинается боль. Боль. И сейчас им выдадут перцы скотч-бон. То есть шотландская полетел шляпа. И вот до этого вот было 200-250 тысяч Сковиллов. А не под миллион? 300-350 тысяч и по два сразу! Нужно съесть два таких! Вика резко берет молоко, встает, выбывает из соревнования. Да, ну нафиг. А походу молоко нельзя пить. Я знаю, пить. Это выиграет. Вот этот выиграет. В шляпе, он так держится сучками хорошо. Не с усиками, он сделал себе фейковые усики. Ну вот все, он выиграет. А походу молоко нельзя пить, пока ты не сходишь, пока ты не говоришь, я выбываю, тогда только можно взять молоко и пить. Mm-hmm. А в процессе нельзя запивать. На самосожжение. Изнутри. Некоторые сомнения появились. Все, Пэт полетел. Пат. Его так зовут Пат. Пат. Возможно, сокращение от Патрик. Видно, что ему тяжело. Не-не-не, да принципе, не, ну вылетишь ты. Зря мучаешься. Имеет. Он уже прожженный поедатель. Он красный. Шахина, как всегда, помирает там. Дэйв в кепке держится хладнокровно. И вот в кепке выиграет поедание. Шотландская шляпа. Как держится. В 100 раз острее халапеньо. Ой-ой-ой, какие плохо. Давай, кушай. Или не кушай. Джеймс дергает себя за соски. Он спрашивает, а сколько это перцев чили? Одновременно. Тут же заедает второй, ему смешно от этого. Шахине что-то не особо там смешно. Дэйв делает вид, что все нормально, но мы видим его. А там с Патом все нормально, что-то с ним не очень. Пальцами об стол. Пат надо выносить будет. Он еще и первую свою шотландскую шляпу не может доесть. Да не надо, чел, все. Что он сейчас выбудет соревнования и шляпу заставит съесть самого ведущего за его подколки. А он подкалывал, что, дескать, подрыгнул. Да, да, да. Освободилось место для еще одной шляпки. Следующая вылетит либо пацан, либо баба, наверное. Он выходит из-за стола, остается трое самых мощных. Дорогие зрители. Ну, во-первых, женщина. Женщина? Да. А в-третьих? А во-вторых, не знаю, наверное, она ей видно тяжеловато, потом вылез, который соскотеребитель, останется мужик в кепочке. Было 350 тысяч Сковиллов. Сейчас перец дадут до миллиона. Комодо. В Википедии указана жгучесть примерно в 1 400 000 Сковиллов. А что так сразу резко? Есть два сразу. А что так жестко? Нету поменьше. Подожди. Поменьше нету. Слушай, честно, я тебе скажу, так они могли один хотя бы дать, а они сразу дадут. Такое ощущение, вот, если бы ты в школе учился, как будто, знаешь, только первый класс, второй класс, третий, потом сразу девятый тебя... сразу. Восьмой. Девятый, десятый. Там какой-нибудь... Или десятый, девятый. А потом сразу пятый курс универа. В геометрической прогрессии. Девятый раунд. Дракон Комодо. Называется в честь животного, на русском это комодский варан. Гигантский индонезийский варан. 4 метра в длину, более 130 килограммов весит. Как он наслаждается. Да-да. А здесь перцы. Мужчины уже съели по два. Таких перцев есть немало. Шахина доедает второй. Видно, она испытывает. Все, некоторые все. Тяжело, небольшие, тяжело. Может, просто стесняется. Все. Наверное, желудок болит. И в следующем, 10-м раунде, по 3 перца, каждый по миллиону Сковиллов. Жесть, а что так дерзко? White Ghost. Смотри, дядька в кепке даже не плачет. Одних перцев найдется. Я говорю, все, но ведущий говорит, нет, да? Еще раунд, еще раунд. Она еще не доела. Джеймс говорит, не доела. Давай еще раз. Они его White Ghost, 3 штуки, каждая по миллиону. Шахине видно плохо, очень плохо, но ей с самого начала так плохо, и у меня закрадывается уже подозрение, что может у нее просто лицо такое. Джеймс, да нет, один нет из трех. А, он вылетел. Говорит, я закончил. А я думал, ты будешь второй. Ну, молодец, продержался довольно долго. Плюс еще один бонусный перчик. Я прикол, как дед в кепке ест. Слушай, язва. Он как будто бургеры ест. Язва нельзя заработать с такими перцами. Ну, очень сильное воспаление желудка, мне точно ну, кажется, да. Мне кажется, спокойно можно. Не знаю. Ну, я звала это обычно долго. Хотя ну, как? Бы гастрит. Гастрит же он будет хронический, а тут как обострение какое-нибудь будет. Все-таки заел. Он все глотает два оставшихся и выходит с соревнований. Заел, пошел.
Зачем? Чтобы не вставлять. И тут у Шахина возникает страшная проблема, называется нагоклон. Он её подкармливает, смотри. Это когда от гигантской дозы употребленного капсаицина, жгучего элемента в перце, капсаицина. Она не может стабильно управлять своей ладонью, запястьем, пальцами. А, он не помогал? Ее придется кормить. Офигеть. Это ужасно. Но она не отступает. Он пад пришел ее кормить. Капсаицин влияет на ваши мышцы. Мы же пад до сих пор. И, видимо, мышцы не только в пальцах. Но а зачем? Терпит. Не надо, уходи. Не то, она хочет, либо я умру, либо слушай, я... Что за... Либо я выиграю деньги. Да нет, да. Ты не выиграешь. Смотри на деда в кепке, дядьку. Он ну, же вообще... Дед, все, не бронебойный. Ну, не дед, он скорее, дядька. Это... Я из первых раундов видел, что дед бронебойный. Он сидит, он так ест, как будто руки говорил обычную еду. Руки дябнул, знаешь, там водки. Да не водка. У него, может, просто возрастное, там, знаешь, такая трясучка бывает. Ну, в принципе, смотри, как он сидит. В следующем раунде им предложат персиковое привидение Peach Ghost. Тоже около 1 000 000 единиц. И после него пойдут перцы уже более 1 000 000. А в конце, дорогие зрители, дойдем мы до 2. Да Дэйв быстро справился. Смотри. У Шахины некоторая заминка, но жует. Тушь не она потекла. Хорошая терпит, тушь, кстати. Терпит. Да, водостойкая. Правда, мы не знаем. Подожди, так Дэйв... у нее не тушь, у нее ресницы нарочены или наклеены. Какая тушь? Ну, короче... Она специально подготовилась, специально... Ресницы не отклеились. Ну да, ресницы не отклеились. Дэйв Шахину по спине, видимо, ей холодно. Ее, наверное, не жжет вечно маск. Какая тушь на ресницы, да. А на глаза что? Тени. Да? Да. Помогаю с макияжем разобраться. Там пламени! Патрик решает смотри, несколько промокнуть бумажку. Стирает. Оп, Шахину. Да, ему надо было протереть стол влажной салфеткой. А, следующий раунд, ребят. Все. Брейн стрейн. Переводится что как это? Напряжение я мозга. Он даже обсасывает. 1 200 000 единиц по шкале Сковилла. 200. Две штуки. Два участника кардинально противоположных. Большой мужчина, маленькая женщина. Спокойный, оп, как танк, и вся изелозившаяся уже в полях. Кто победит в этом жестоком соревновании? А оно жестокое. Он же рот, наверное, не чувствует это ничего. Да, ничего. И желудок умер. Драма. Да и все. Не, видно, ему тяжело. Один видишь, он за ртом дышит. Зашевывает. Патрик рукой тоже по спине плачет. Предусмотрительно пересчитывает позвонки, чтобы вовремя определить момент, когда позвоночник посыпется в штаны. Бородатый выносит еще 2. Маруга Скорпион. Сорт Скорпиона Тринидада. Что в свою очередь мега сорт перца чили. 1 300 000 сковиллов. Пишет, что для выращивания и переработки этого перца необходимо носить противогазы и защитную одежду. Да в ладно. Самом Тринидаде он используется для производства слезоточивого газа. О, ну, они это жрут. Да ладно. Ведущий заметил слезинку в глазах Дэйва. Он да, наконец-то да. начал остро. Сыпаться. Но они о. съели, съели. Дэйв, Дэйв. Рот трясется чуть-чуть. Им выдают Каролина Риппер. Так, куда, да. То есть жнец из Каролины, который и заберет наших участников. 2 000 000 сковиллов. Как жестко сразу. По 3 штуки на по 3, вы чего? Кто из них заберет этот чемпионат? Уходи. Чемпионат? Сдохли, уходите. Но есть твист, дорогие друзья. Те из вас, кто знают, понятное дело, знают. Но, ребят, есть твист. Шахина Васим. Это королева чили в Великобритании. Известная победительница таких вот соревнований. Рекордсмен да? по победам. Рекордсвумен по она? Победам в таких вот соревнованиях. Ничего себе. И так она, походу, в каждой соревновании, наверное, сидит, знаешь. Типа, ну не типа, а реально слезы пускает. Руки уже отказали? Да, но все равно продолжает просто есть. Просто суки мне в рот, да. пока я не сдохну. Походу, да. Она чисто на выносливость. Она больно, она постоянно гримасничает. Да ладно, не жрет, кажется, мужик. Каждый раз... Королева чили. Да ладно. Она все время так делает. Она не хочет. Получается, репутацию портить, она все, она типа, постоянно королева, она всегда выигрывает. Но она, ну, он сказал Юра, что она все время такая вот да. и все время выигрывает. И что, значит, до конца? О, неужели это сдастся? Да у Сатрина тоже будет потек. Просто бесконечно. Да ладно. Сатри, нет. Все, он берет молоко и уходит. Капец. Да, плохо. Она выиграла. Королева Чилис выиграла. А ты говорила, она уйдет. Шахина Васим получает свою 95-ю победу на подобных соревнованиях. А, так а ты... что с ее желудком вообще? Я не знаю, мне кажется, он удаленный, там просто какой-то, наверное, железный мешок у нее внутри. Дэйв съел половинку жнеца. Шахина. Она доела все? Два.
Дорогие зрители, поставьте лайк, если понравилось это видео. Спасибо. Ну прям твист твистовый. Здоровья, добра, любви, процветания. Ты прикинь? Так нам специально не сказали. Спасибо за внимание. Если бы ты сразу сказал, так что нет такой... Специально не сказали. Это специально что? Не сказали. Я бы, конечно, на нее поставил. А так, так а то... Нет, про... видно, что наоборот. Она вообще не держалась, да? Но типа уже поплыла полностью. А, видимо, вот у нее такой прикол. Она постоянно... Стоит. Она сидит, плачет, но через сопли, через боль продолжает есть. А как ты такую полосу побед прервешь? 99, сколько там? Нет. Это же невозможно, все, а она до конца. А что у нее с желудком? Она 95 таких вот острых... Нет, может быть, конечно, не каждый день участвует в соревнованиях. Успевает восстановиться. Дырка? Бездонная. И она типа вываливается. Что, у него гастростома там, типа, дырочка. Это, я не знаю, ну какая-то жесть. Короче, такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.